Неуплата жилищно-коммунальных услуг может обернуться настоящей катастрофой. Так, если в квартире ограничат водоотведение, нельзя будет слить воду. Как быть, если канализацию перекрыли, и что может произойти при попытке самостоятельно снять заглушку? Выяснила наша съемочная группа. После установки прижимаем ее к стояку, чтобы ни протечек, ничего не было. Чтобы вразумить злостных неплательщиков, действует система уведомлений. В начале курьера разносят так называемые 20-дневки. На бланке желтого цвета написано: через 20 дней на канализационной трубе должны поставить заглушку. Оранжевые уведомления сигнализируют: водоотведение перекроют через 10 дней. И уже потом, через 10 дней от оранжевых, несем уже красные. Красные уже это как бы ограничение. Там в течение двух, наверное, трех дней уже могут им поставить ограничение. Однако находятся умельцы, которые пытаются обойти закон. Стремясь справиться с проблемой, они снимают унитаз, отделяют кофру и выбивают заглушку. Но такая предприимчивость ведет к серьезным последствиям. Заглушка может перекрыть стояк. Если она, квартира, например, находится где-то посередине, по стояку в доме, то вся вода сверху будет выливаться к ним. Естественно, к ним и ниже стоящей квартиры. Не доводить до абсурда можно. Для этого должникам следует обратиться в Люберецкий городской жилищный трест. Там им окажут юридическую помощь. И если нужно, помогут оформить рассрочку. Мария Кузьмичева, Анастасия Юшкевич, Алексей Андреев и Александр Моисеев. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.